Дорогая Амалия, как тебе наша работа? Есть какие-то замечания, пожелания? Может, что-то можно улучшить? Может, ошибки где-то были? Она говорит, что вы сами видите, что вы стали намного чище видеть. С проблемами справляетесь легче. Благодаря решение такой, находите. Благодаря такой помощи, которая нам дается, Амалия, это просто грех такого не делать, потому что мы чувствуем в любой момент поддержку с твоей стороны, со стороны учителей. Контакты стоят, информация идет, опыт набирается. И работа над собой постоянная. Благодарю тебя, дорогой куратор. Она говорит, что если не можешь обладать с эмоциями и найти решение, правильное решение, тогда не стоит развиваться в этом направлении, потому что ты находишь решения с другими цивилизациями. И ты сам понимаешь, что когда нету мира между собой, как же ты можешь договориться и найти правильный путь? Поэтому всегда будут определенные ступени, которые нужно пройти, услышать и понять, в первую очередь, проанализировав себя. Это правильно, это и есть развитие сознания. Или, в конце концов, даже те советы, которые мы даем другим людям, самому исполнять. Но я так понимаю, конечно, речь идет о неправильной реакции на какие-то определенные вещи. Над этим, конечно, надо работать. Это, безусловно, здесь никто не спорит. И работа продолжается. Я вижу, что работа продолжается, иначе бы здесь была не я. Дорогая Амалия, скоро, кстати, будет год, как мы знакомы в земном измерении. Для нас это огромный праздник, когда мы первый раз познакомились, пришли на ресепшн, когда с тобой познакомились, и ты еще была со своим учеником. Как у него, кстати, дела? Он стал прекрасным куратором. Замечательно, замечательно. Никто и не сомневался. Привет ему, если увидишь, обязательно передавай от нас привет. Мы его помним, желаем ему всего наилучшего. Благодарю тебя, дорогая Амалия. Мы тогда продолжаем в том ключе вместе с работой над собой. У нас тоже есть свои кураторы, и они тоже нам подсказывают, где что можно. Она говорит, об этом я и говорю. Если бы была другая реакция, здесь была бы не я. Если бы не произошло осмысление, была бы не я. Были бы ваши личные кураторы, объясняя ошибки. Значит, где-то что-то мы сделали правильно, раз у нас такой замечательный куратор. Дорогая Амалия, чем мы можем тебя удивить сегодня? Орехи. Какие? Грецкие орехи. Хорошо, давай, значит, тогда сделаем так. Их много сортов, я это знаю, и мы сделаем корзинку с самыми лучшими и самыми вкусными, сочными сортами грецких орехов на счет 3. 1, 2, 3. Появляется твоя корзинка. Каждый орехи в своем сосуде, все сорта, самые вкусные и сочные. Благодарю. Прими, дорогая. Я буду изучать их. Почему изучать? Пробовать. А, в этом плане. Хорошо. Благодарю тебя. Прими, пожалуйста, наши искренние энергии, благодарности, мою веру. Очень рады твоему визиту. Если что-то есть, ты знаешь, всегда, в любое время, мы всегда тебе рады. Приходи без приглашения, или же мы тебя пригласим. Как удобно. Это моя работа. Я рада встрече. У нас самый лучший куратор. Благодарю, Амалия. Всего доброго. Не прощаюсь. До новых встреч. Отлично. Thank you.